Это первое мероприятие в рамках нового сезона пресс-клуба. Меня зовут Алла Шарко, и сегодня у нас медиаток на тему защиты источника информации. Мы сегодня рассмотрим вопросы юридического, этического характера на тему защиты источника информации. Конечно, интересно, как журналисту вести себя при попытке давления извне. Все мы понимаем, что мы, когда даем слово нашему герою, что мы ни при каких обстоятельствах не будем нарушать вот этот принцип анонимности, мы всегда, конечно, хотим сохранить это. Но всегда ли так получается? И когда журналист вынужден нарушить обещание, вот хотелось бы в первую очередь, конечно, дать слово адвокату Мария Колесова Гудилина. Расскажите нам, пожалуйста. Да, он должен работать. Все меня слышат. Добрый вечер. Мне очень жаль, что все знают меня по делу Антона Матольки. Я надеюсь, что вы будете знать меня и по другим делам, потому что у меня их больше, чем Антона Матолька. Но почему-то даже в метро меня узнают как адвоката Антона Матольки. Я даже подумываю о том, чтобы сделать себе майку, что я не его уже адвокат. Ну ладно. В общем-то, тема, которая сегодня будет затронута, она является актуальной во всех случаях, скажем так, деятельности журналиста. Потому что так или иначе, все, что публикуется в СМИ, оно связано с некой информацией, которая предоставляется каким-либо лицом или из какого-либо источника. Мне, кстати, очень радостно увидеть некоторых своих студентов и слушателей, которые недавно слушали о свободе слова. И вот первое, что я хотела бы сказать, я не буду очень долго говорить, я потом лучше послушаю вас и прокомментирую вашу ситуацию. Кратко скажу, что защита информации, она непосредственно связана со свободой слова, которая гарантирована, в общем-то, нам и Конституцией Республики Беларусь, то есть провозглашается, что нам это гарантировано. Но, как уже зачитали статью 39 закона о средствах массовой информации, если вы прочитаете эту статью внимательно, я высказываю только лично свое мнение, а не мнение всех юристов на свете, и тем более на территории Республики Беларусь. Я считаю, что два этих пункта фактически друг другу противоречат. В связи с тем, что многие скажут, что в пункте 2 это исключение, по которым могут быть... разглашаться информация и требовать разглашения этой информации. Я думаю, что всем интересна не теория, а практика. Так вот, я хочу вам сказать следующее. Там четко описаны некоторые случаи, на основании которых мы обязаны разгласить эту информацию. Это является важным моментом, потому что чаще всего СМИ, редактора, журналисты не понимают, какие случаи под это подпадают. Если к вам приходит запрос какого-либо органа, если это не следственный орган, вплоть до того, что если это запрос адвоката, вы не обязаны на него отвечать. Вы обязаны отвечать только на четкий запрос следственного органа или суда. В связи с этим, если вы интересуетесь источником информации, вы сталкиваетесь со следующей проблемой. Если вы хотите его получить, то есть вы со стороны, которая заинтересована в разглашении, скажем так, то у вас есть способ обратиться с заявлением, естественно, в Следственный комитет или в другие следственные органы, чтобы провели, скажем так, расследование в отношении факта, но это очень тяжело сделать, либо обратиться с иском в суд и в то же время подавая ходатайство о том, чтобы суд истребовал у СМИ источник, благодаря которому, в общем-то, вышла эта информация. В связи с этим тут четкие грани есть, и на территории Республики Беларусь, скажу так, потому что не могу назвать вам фамилии, но скажу, что случаи были, когда истребовали источники информации. Но они касались о преступлениях, которые подозревается, что они были совершены в прошлом. Они описывались очевидцами, и в связи с этим был сделан запрос следственными органами в СМИ,
И СМИ обязана была разгласить, откуда была эта информация, вплоть до того, что до этих лиц. Результат не могу вам сказать, потому что, в общем-то, процесс этот все еще идет. Но по факту СМИ обязали разгласить эту информацию о преступлении, которое было совершено. Вот. В связи с этим возникает вопрос, в какой момент журналист может сказать, вот у меня гарантировано право. Ну, честно вам скажу, ни в какой. Вот. Ну, то есть до того момента, пока вас не спросили, наверное. Вот. И кто вас спросил? Поэтому моя рекомендация на данный момент понимать, что на территории Республики Беларусь у нас все-таки действует, мы система Романа Германского права, у нас нет прецедента, у нас действуют акты законодательства и у нас действует закон о нормативно-правовых актах. То есть у нас есть четкие требования законодательства, и мы не можем сказать, что вот у Васи Петрова в суде было так, и давайте будем делать у меня точно так же, нет. Или вот был такой-то прецедент, может быть обзор, может быть масса всего, но по факту мы действуем на территории Республики Беларусь и руководствуемся тем законом, который есть. На данный момент есть закон вот в таком вот виде, в котором он есть. То есть получается, что ну, защита, она минимальна. Если вы приедете в Европу, в Европе немножко по-другому это все выглядит, по той причине, что Совет Европы четко дает разъяснение, что защита информации – это основополагающее правомочие право журналиста, и даже в некоторых случаях считается обязанностью сохрана этой, ну, охрана этой информации. И она гарантирует реализацию такой свободы, как свободы слова. В связи с этим, конечно, более защищенными считаются источники, конечно, на территории Европейского Союза. Но реальность такова, что в Республике Беларусь вот как-то так. Пока в СМИ я не видела, ну, когда готовилась к этой встрече, не видела ни одного прецедента, чтобы можно было вам привести, чтобы оно было на слуху. Нет, есть один. К слову, вот многие дела, которые заведены на журналистов, они все-таки засекречены, и публично мы не можем о них узнать. И... Ну, засекречены, если, например... Это закрытые дела. Да, ну, если, например, закрытые, это значит сокращенные. Но... Да. Это в том смысле, что коллеги чаще всего не знают о том, что происходит в этой сфере. Да, вероятнее всего так. По той причине, что чаще всего, когда, в общем-то, приходит запрос от следственного органа, здесь есть так называемая тайна следствия. То есть, как бы, и если это будет в дальнейшем закрытый процесс, то, в общем-то, и обязанности нет разглашать, что там было дальше. И это может быть просто ну, стороннее какое-то преступление. Кстати, вот вы мне приводили пример про Village и про что-то там. Я бы хотела еще отметить одну важную вещь, о которой многие забывают. Когда вы берете любую информацию из любого источника, то есть, ну, либо это человек, у которого вы берете информацию, у которого ваш источник и дает вам информацию о чем бы там ни было, там, анонимно дает какой-то там, сохраняйте хотя бы записи для себя. В том плане, чтобы не было, чтобы вас не привлекали к ответственности, потому что надлежащим ответчиком по таким искам о клевете будет журналист прежде всего, если он не захочет раскрывать свой источник. То есть в целях собственной безопасности необходимо создавать дома такую фонотеку и сколько срок давности, сколько лет хранить все записи? Ну, тут вопрос в том, что это условно все можно поделить, но если это гражданско-правовые отношения, тут общий срок исковой давности 3 года. Но вопрос в том, что к уголовной ответственности можно привлечь человека за более, как так вот правильно и корректно выразиться. Ну, в общем, нет срока такого, который можно было бы привлечь к ответственности. Хоть он, в общем-то, и поименован, но будем считать, что опасность привлечения к уголовной ответственности есть всегда. Вот. Нерадужно, да.
Поэтому гарантии, вы только гарантировать, вы можете сами себя обезопасить тем, что вы будете общаться, у вас будут какие-то записи и так далее. Если источник желает быть анонимным, вы понимаете, что вы принимаете на себя все обязательства и ответственность по той статье, которая будет выходить, статья, материалы и так далее. В связи с тем, что чаще всего мы сталкиваемся в гражданско-правовых отношениях, когда идет о защите чести и достоинства. Это целый отдельный пласт, об этом можно говорить целых долгих, сколько у нас запланировано, 1.5 часа. Можно и дольше. Значит, о защите чести и достоинства деловой репутации. Но по факту надлежащим ответчиком будет журналист и СМИ, и само СМИ. То есть получается, что за любую публикацию журналист несет всю ответственность. Я об этом все время рассказываю всем слушателям на журфаке, и они все время делают на меня круглые глаза почему-то. Ответственность не только касается той информации, которую вы даете, но и того, что вы используете. А что касается позиции вот журналиста уже в суде, существует ли какое-то понятие именно для журналиста свидетельского иммунитета? Нет. Вы не адвокат, не священник. К счастью. Или к сожалению. Я думаю, что моя позиция такая, что в определенных случаях нужно раскрывать источник информации. В связи с тем, что все, что публикуется в СМИ, оно касается каких-либо, ограниченное количество людей или неограниченное количество людей. И если эта информация о ком-либо, известной личности и так далее, неизвестной, кому он становится известным благодаря этой публикации, это касается его личных прав. И если этот человек считает, что эти права, эта публикация задевает, то в разумных целях может раскрываться источник информации. Например, в основном судебные большие споры, они в основном происходили в Соединенных Штатах Америки, и не всегда суд считает разумным раскрытие источника. То есть достаточно факта и несет ответственность журналист. Когда даже, как себя обезопасил, например, чаще всего, как себя редактор того или иного СМИ пытается обезопасить. Значит, мнения в этой статье могут не совпадать с редакцией. Понимаете? Это все мнение автора. И все стрелки на автора. Сейчас это пишут, подстраховываются таким образом практически на всех порталах, по-моему. С точки зрения юриста это не имеет никакой ценности и обоснованности. Да. То есть все равно ответственность будет нести средство, которое распространило эту информацию. Давайте мы просто сейчас определим, какие есть документы, которые можно признавать. Вот ты получил вот этот документ, ты обязан прийти в суд и выдать источник информации. Либо нет такого перечня. Просто иногда, может быть, какие-то органы, они пытаются просто оказывать давление на журналиста. Психологически, я не знаю. Пользуясь тем, что нету, например, какой-то информации точной, у человека нет подготовки. Вы знаете, я скажу вам так, что если становится известно о совершении преступления, скажем так, вопрос о том, что я обязан сообщить, неоднозначно. По той причине, что очень тяжело определить, в какой момент заканчивается то, что я знаю о совершенном преступлении, и когда я становлюсь соучастником, когда я не сообщаю об этом преступлении. А когда я сообщаю всему миру, о том, что такое преступление совершено и тем-то, тем-то, то вроде как я и не соучастник уже. Но поводом для возбуждения уголовного дела может быть сообщение в СМИ. Поводом. И в этот момент, в общем-то, у меня возникает обязанность сообщить, если у меня попросили в то же время. То есть у меня должны попросить. Но нет такого списка, я узнал об этом, и обязательно я должен бежать в ближайший опорный пункт и писать заявление, я об этом узнал. Конечно, этого нет. Вот. То есть у нас есть информация, согласно которой я гарантирована, она достоверна.
То есть, например, то есть, ну, как бы в общей теории есть источники, которые гарантированно достоверны, и которым я могу там сослаться и больше не говорить о том, что есть какое-то сомнение. А в плане того, чтобы вот именно об этом я узнал и должен пойти, а вот о готовящемся преступлении я должен сообщить. То есть вот если мне дают интервью, но тоже вопрос о каком, я же не юрист. Я же не могу оценить, это преступление или нет. И я не психиатр, потому что я не могу оценить состояние. Но здесь, получается, упирается во что? Проблема-то сама по себе. Субъект. Субъект, то есть журналист. Да. То есть каким образом он это трактует? Именно, для себя. Именно так. То есть это мы приходим к вопросу этики. Да. Абсолютно. Я бы хотела получить небольшую реплику от Марины Загорской. Марина Загорская — медиаэксперт, очень опытный журналист и член комиссии по этике БАШ. Спасибо большое. Я сейчас, честно говоря, сама уже в замешательстве, потому что в этических кодексах, что БАЖа, что БСЖ, в общем-то, написано о том, что если журналист дал обещание своему источнику, что он не будет раскрывать его и оставит его анонимным, то он может раскрыть свой источник, опять же, только в тех случаях, которые предусмотрены законом. И вот сейчас Мария рассказала нам о том, что, в принципе, не всегда ты можешь определить, пришло время тебе раскрывать этот источник. Готовится все-таки, да, преступление или не готовится преступление. И действительно, Мария правильно оговорилась, очень часто приходят в редакцию какие-то люди, мягко говоря, там, с аксельбантами, все свое ношу с собой, да, и ты не знаешь, может быть, тебе было бы неплохо иметь все образование психиатра, чтобы понимать, кто перед тобой. А он тебе может говорить о том, что да, там, он раскрыл преступление, или там, что оно готовится, что его соседка по ночам варит наркотики там, и так далее. Да? Ну, то есть вот реально я сейчас сама просто расстроилась, потому что у нас не было претендентов, когда нам приходилось рассматривать это на этической комиссии. Да? Вот такие вопросы. Но я поняла, что если бы это возникло, то я бы вот после нашего предыдущего разговора я бы уже не поняла, как мне действовать как члену комиссии по этике. Про римское право, конечно, хорошо говорит, но обычно практика общения складывается к звонку по телефону и предложению, собственно, пообщаться в очень вежливой форме. И тут есть один концептуальный момент. То, что перед тем, как ты делаешь интервью на очень сложную тему, которая может вызвать реакцию, ты сам обязан застраховать свои источники информации. Каким образом? В нашем случае мы делали материал с представителями гей-проституции, которые, собственно, рассказали о своем этом опыте. Материал был опубликован в журнале «The Village». Я бы сказал, даже не в журнале, а на сайте The Village, потому что вполне возможно, что сайт не зарегистрирован как СМИ. То есть я думаю, это важную оговорку можно сделать, но я не знаю наверняка. Но вот в этой статье как раз содержалась информация о том, что те, кто занимался гей-проституцией, были несовершеннолетними, и это стало камнем преткновения. Камнем преткновения стало, в первую очередь, обращение одного из коллег с проверкой. То есть было написано обращение, чтобы этот материал проверили на состав преступления, содержится ли он там. Ну и, собственно, как-то, понятное дело, сообщение было зарегистрировано. И в чем основной вопрос? Один из респондентов, ну уже говорить, если прямым языком, один из респондентов говорит, что, собственно, там вступал в интимную связь, когда ему было без пары дней 16, с человеком за вознаграждение, собственно. Вот. И фактически этот фрагмент является вот преступлением о том, что возраст согласия в Беларуси, как мы знаем, 16 лет. Вот. И когда вот, но мы работали в паре, поэтому тут у нас был разработан специальный метод конспирации, скажем так, не конспирации, а криптографии. То есть это была, да, Евгения Долгая, которая, да, была соавтором данной статьи, просто в том смысле, что работали в паре с другим журналистом, то есть два журналиста. Да, было, каким образом бы, мною были составлены вопросы для респондентов. Евгения Долгая вступила в закрытый паблик, посвященный данной теме, и попросила администратора вынести объявление о том, что требуются респонденты для рассказа на такую-то тему, но для этого надо создать аккаунт, вот, и назвать свой псевдоним фактически. То есть мы заранее ставили себе цель найти именно анонимный источник, который мы, ну, вот, знать наверняка не можем. Первое правило, когда ты общаешься со следственными органами, ты говоришь исключительно то, что ты видел своими глазами и знаешь наверняка. То есть в данном случае мы общались с людьми, которые... То есть вы умышленно не встречались с ними лично, да, именно, не знали, да, их контактов. Кроме этого, жизни, их контактов не знаю даже я, потому что мною составлялись вопросы, через корреспондента передавались, и уже она с ними общалась напрямую. То есть по такой вот схеме фактически. То есть, ну, я не видел и не знаю, с кем я общался.
То есть тут фактически это единственный метод, я считаю, который позволяет общаться. Единственный. Второй способ, которым можно делать подобные вещи, есть, существует такая программа, которая называется Telegram. Telegram обладает зашифрованными каналами, то есть создается приватный чат с человеком, который наверняка может являться источником ценной информации, и путем обмена голосовыми сообщениями проходит интервью. Мой вопрос, твой ответ, мой вопрос, твой ответ. И потом, после того, как ответы прослушаны, просто информация удаляется. То есть, ну, можно говорить о защите информации с точки зрения закона, это понятно, это правильно. Но нужно, я считаю, говорить о защите информации с точки зрения современных технологий и пройти курс, как минимум, по криптографической всей этой теме. Можно ли получить, как, ну, это хороший кейс, да, можно ли получить комментарий адвоката? Вы знаете, я когда читала про это дело, мне было интересно другое. Кстати, заявление они куда написали? По словам человека, который это сделал, собственно, было электронное обращение в прокуратуру. Он открыто об этом написал. А, понятно. Об этом в соцсетях. А проверка проводилась по этому факту? Да. То есть проверка проводилась. Я не могу разглашать детали фактически, но вот если говорить уже так открыто, то представителям силовых ведомств неинтересны люди, которые не имели личной встречи. Угу. Ну, вообще, это, кстати, правильное замечание по поводу вот средств общения и так далее. То есть, если бы в этом случае, я деталей, скажу честно, не знала, но если бы была личная встреча у журналиста, то журналист бы очень сильно рисковал. Это состав преступления. То есть о нем нужно было сообщить. Хотя журналист при правильной защите, скажем так, он бы мог сказать, что я сообщил, в общем-то, своей публикацией. Вот. И при необходимости я готов указать на лиц, которые, в общем-то, это знают. Но, с другой стороны, в связи с тем, что правоохранительным органам не очень-то было интересно это дело, дальше оно не пошло. Но скажу вам так, что есть дела, которые очень интересны. И даже Telegram, и даже, ну, другие, скажем так, вот что касается анонимного аккаунта там ВКонтакте, в социальных сетях, это не спасает. То есть если следственный орган заинтересован, вы говорите, у меня, извините, анонимный источник, вот он, пожалуйста, я с ним переписывался, он анонимный, то теперешние технологии позволяют, в общем-то, вычислить, кто пользовался этим аккаунтом. И по методу исключения, ну, найти что-нибудь. Вопрос заинтересованности. Давайте так вот я бы сказала. То есть в данном случае не заинтересованы были. Был заинтересован журналист. Кстати, вы будете на него иск подавать? Нет, мне это не надо. Очень жаль. Я бы посмотрела. Но вообще вы советуете в таких случаях? А почему нет? Опять же, вот вы говорите о правовом регулировании вопроса, но если статья, например, заведомо носила развлекательный характер и была опубликована не в СМИ, а на информационном портале, совершенно другая степень регистрации. Вопрос правового статуса СМИ здесь достаточно тяжелая, скажем так, ситуация по той причине, что все средства массовой информации, предполагается, должны быть зарегистрированы. То есть зависит от того, как себя позиционирует сайт. Я, честно говоря, на сайте The Village была, наверное, один раз, но сегодня схожу, посмотрю. Не могу дать точную, как бы, правовую оценку, но если это развлекательно, неважно, то есть это, скажем так, они себя не позиционируют как средство массовой информации, но к средству массовой информации можно отнести сайт в связи, скажем так, с комплексом признаков. Вот. Поэтому нужно оценивать каждый конкретный случай. Вот. Поэтому я не могу сказать, что потому что у вас было развлекательное, поэтому нельзя отнести к вам законодательство о СМИ, например. Это не так. По той причине, что нужно в комплексе посмотреть, что это за сайт, какую носит информацию, ну и так далее и тому подобное. То есть выходные данные и массу всего подобного. Я думаю, в данном случае нельзя общую четкую теорию провести. Но все равно, неважно, даже если вы с развлекательной точки зрения публикуете такую информацию. Большой вопрос вообще. Здравствуйте. Я помощник адвоката Зекратского. Вот. Да, надеюсь, я слышу, что вот тут как раз дополнение по поводу
средств массовой информации, интернет и не интернет. На самом деле в самом законе о средствах массовой информации написано, что интернет-издания не обязаны регистрироваться. От этого они, СМИ, не перестанут быть. Вот. Ну это ладно, это не такое важное дополнение. Вопрос вот был вот заинтересованности. И как в таком случае там, возможно, журналисты могут поступать, даже если нашли бы этого парня молодого. Вполне вероятно, он бы сказал, что, ну, мог сказать, например, что я не знаю, не помню, контактов нет, вообще я там все придумал. Ну, это мы предполагаем. Ну, вот ну, про заинтересованность, да. То есть, как бы здесь, вот, кстати, спасибо за дополнение по поводу электронных СМИ. Здесь вопрос еще, кстати, в теории, скажем так, мы постоянно боремся за то, как правильно определить. Я думаю, что об этом, кстати, готовы, я думаю, многие сказать по поводу определения, что же есть СМИ. Потому что определение, которое дает закон, оно весьма спорное, скажем так. По той причине, что интернет-технологии, ну, как бы, давай скажу так, одной фразой. Закон о СМИ не соответствуют реалиям, которые есть в действительности сейчас в цифровом пространстве. То есть в основном вся информация находится в интернете. И только маленькая толика этого закона регулирует эти правоотношения. Вот примерно как-то так. У меня вопрос по поводу этики. И опять я попрошу Марину прокомментировать. Вот что вы думаете об этом обращении журналиста в прокуратуру? Как вы оцениваете подобную реакцию? Понятно, эмоциональную и... Ну, я думаю, что ну, вообще-то вопрос это такой корпоративной этики никто не отменял. Я не знаю, обращался ли к вам этот журналист предварительно, то есть прежде чем писать заявление в прокуратуру, обсуждал ли он с вами это? Ну, то есть обращался ли он к авторам? Здравой коммуникации не было. Здравой? Что это ну, значит? Ну, собственно, он пригрозил это сделать и сделал. То есть он к вам обратился? Мне не, он не сообщал лично, мне сообщили другие пользователи социальной сети. Я не видел этого сообщения, он просто написал, что исходя из материала статьи, он пишет обращение. Вот. Ну, здесь, в принципе, получается, что у нас пересечение идет корпоративного нашего интереса и общественной значимости. Да? Это основной камень преткновения этически вообще. Да? То есть насколько общественно значимой была та информация, которую вы опубликовали, и насколько было важно пресечь как бы, с точки зрения этого журналиста в... неправомерные ваши действия, да, как профессионалов. То есть здесь, наверное, надо... Ну, я, честно говоря, этот кейс очень глубоко не изучала, я просто видела дискуссию по этому поводу в Фейсбуке, и как раз это пришлось там на отпускное время, поэтому у меня не было просто времени глубже в нее вникнуть. И вот от Андрея сейчас услышала в большей степени, как бы больше информации получила об этом деле. В общем-то, мне кажется, что здесь бы, наверное, мы бы ломали долго голову, если бы было обращение в этическую комиссию. И думаю, что члены этической комиссии очень разделились бы голоса. То есть кто-то бы говорил о том, что это неэтично как бы так поступать с коллегами, а кто-то бы как раз апеллировал бы к общественной значимости. Но здесь вопрос о том, что нет какого-то алгоритма действий общепринятого, согласно которому наше сообщество могло бы действовать в подобных спорных ситуациях. В этике никогда. Да, нет готового алгоритма. То есть каждое конкретное дело, которое рассматривает этическая комиссия, каждый кейс — это особый кейс. Да, и всегда там учитывается полно огромное сюрпризов. Количество. Да, полно сюрпризов. И вот Мария сказала о законодательстве, которое уже не соответствует реалиям нашего информационного пространства. Я бы сказала, что и этические кодексы на сегодняшний день, они устарели, потому что они писались тогда, когда еще интернет-пространство только зарождалось. И поэтому сейчас очень насущно встает вопрос о том, что эти кодексы должны претерпевать изменения. Потому что та же комиссия, когда она рассматривает то или иное заявление, она должна руководствоваться этическим кодексом. Да? То есть мы должны обращаться к нему, искать в нем там, подтверждение или опровержение нашего решения о том, этически или нет поступил журналист или, или коллега наш. Да? Вот, поэтому в данном случае вот сейчас на самом деле очень насущно стоит вопрос. Мы затеяли уже даже такое обсуждение, что считают необходимым там, вносить в этический кодекс члены Белорусской ассоциации журналистов. Вот, но пока
пока мы не имеем такого массива данных, чтобы вот с этим работать. Но на самом деле действительно появился интернет, то есть появились и соцсети. Вот, и поэтому правила игры очень сильно меняются. А прописанные бумажные правила еще, то есть правила поведения, ну, можно даже сказать, практически советских журналистов, потому что кодексы принимались там в 90-х годах. Ну и, наверное, годах. Законодательство, да, также примерно того времени. Андрей, что-то хотел. Ну да, вопрос, может, еще с точки зрения юридической части, потому что я все-таки сторонник реальности и использую криптографию широко в том, что делаю. С точки зрения журналистики и СМИ и юридической науки, вообще этично ли использовать криптографию, если во время использования там вам сообщают подробности какого-то материала, который может стать впоследствии там квалифицирован как преступление? То есть в данном случае журналист несет ответственность за то, что сознательно использует механизмы шифрования? Вот это я не ждала такого вопроса. А это реальность, с которой сталкивается большинство журналистов, потому что если ты журналист и не знаешь, как зашифровать поток информации, которая к тебе идет, ты можешь очень серьезно пострадать. Ну, это не шутки. В плане того, что может ли это быть сокрытием каких-либо намеренное сокрытие информации. Да, когда есть личная встреча или любое другое прямое общение, но ты предпочитаешь в любом общении использовать способ шифрования данных. Ну, способ фактически шифрования всего. Я вас понимаю, потому что я пользуюсь такими вещами. Ну, я защищена адвокатской тайной. Вопрос интересный, спасибо. Вот, кстати, надо подумать. Но я думаю, что в каждом конкретном случае здесь нужно вести речь. То есть нельзя сказать, что вот это будет правильно или неправильно, потому что в зависимости от того, я отвечу так, в зависимости от того, какая информация. Вот. Поэтому целенаправленно. И с другой стороны, вы используете методы шифрования еще до того, как вам сообщили какую-то информацию. Вы же не знаете, какой информации пойдет речь. То есть вы не целенаправленно ее шифруете. То есть если ваша бы цель была зашифровать информацию, которая там о каком-то преступлении, это одно. А если мы говорим о том, что вы просто шифруете свой разговор, а в дальнейшем ну, какие-то там развития событий мы можем только предполагать. Я не вижу здесь особенной проблемы, но с другой стороны, что если вы уже знаете информацию, ее шифруете, чтобы скрыть, здесь возникает вопрос, ну, такой же вопрос заинтересованности, я бы так сказала, тех, кто хочет получить эту информацию. Вот. Примерно как-то так. Андрей, получил ответ? Да, и вот тоже интересен, допустим, момент, опять же, в шифровании информации, более узкоспециализированный вопрос. Вот у нас есть программа Telegram при создании шифрованного чата. Если, например, журналист выбрал функцию «удалить чат», и он удалился обоих людей, он, получается, является фактически соучастником преступления? А если пользователь, с которым он общался, удалил? Я не могу вам это сказать. Знаете почему? Потому что я не знаю, о какой информации идет речь, ну и о каком преступлении. А может, оно длящееся или не длящееся. То есть в каждом конкретном... Это очень интересно. Нашим законодателям, в общем-то, есть над чем поломать голову, да? Да, я согласна, но в любом случае, даже если будет приведена какая-то... Ну, какие-то будут разъяснения в этой части, то вы должны понимать, что каждый конкретный случай — это каждый конкретный случай. То есть каждая конкретная информация — это конкретная информация. Шифрование — это шифрование. То есть каждый конкретный журналист может отвечать... И в разных судах вы можете отвечать по-разному. По такому же делу, даже у разных судей в одном и том же суде, ну, допустим, заводского района, вы можете ответить по-разному. Вот. Все неоднозначно. Я хотела бы все-таки, чтобы вы пометили какие-то вопросы, которые у вас есть. Буквально мы отложим чуть-чуть вопросы, потому что мы отвлеклись на теорию, и мы перейдем сейчас к практике. У нас еще один гость с кейсами, наш спикер Татьяна Дорощенок, напомню, редактор, журналист проекта «Имена». Боюсь, что я переведу разговор в область морали, потому что у нас еще не было случаев судов, не было случаев, чтобы к нам обращались из органов Следственного комитета с просьбой выдать каких-то героев. И вообще в именах, как вы знаете, большинство героев к нам приходят не просто вот с фамилиями и отчеством, они готовы нам раскрыть душу,
номер благотворительного счета и так далее. То есть большинство людей не прячутся. Но есть проекты, которые по понятным причинам мы должны делать героев хотя бы условно анонимными, да? Полностью анонимными не можем. Это внутренняя наша такая установка. Даже если мы пишем про ВИЧ-позитивного героя, мы должны его показать хотя бы на фото, что это реальный человек. Если он отказывается снимать лицо, мы снимаем его со спины, мы снимаем его против света. Ну, есть много способов сделать человека неузнаваемым. Но даже после того, как мы написали материал и согласовали все фотографии, показали героя, он сказал, да-да, хорошо, после этого даже могут быть проблемы. Выходит материал, он звонит и просит, ребята, быстренько, быстренько снимайте все фото, потому что мне уже тут телефон разрывается, и вообще все плохо. Ну, стараемся в этом случае всегда идти навстречу герою. Даже в ущерб тому, что наша красивая статья из-за этого может стать не очень красивой. Вот у нас недавно выходила статья о том, как родители тяжело больных людей. Последний материал о нарушении закона, когда родители перевозят, ну, обходят законодательство, чтобы привезти какие-то расходные материалы для больных детей, да. Перевезти их через таможню и так далее. Если у нас придет запрос из Следственного комитета с просьбой раскрыть этих героев. Хотя, по большому счету, героев этих найти просто, потому что детей с редкими заболеваниями, ну, не так много в стране. Вопрос, будет ли возбуждено уже уголовное дело? Вопрос в том, как правильнее и моральнее поступить редакции. Сказать, что мы придумали этих героев и получить обвинение в клевете, или же... Ну, соврать точно нет, это первое. Вопрос, какой запрос придет и как он будет сформулирован? Если вам позвонит какой-то дядя и скажет, давайте-ка вы мне сообщите, в чем я очень сомневаюсь, потому что великомучеников никто плодить не будет. Это как бы заинтересованность вопрос же. Но если придет запрос, нужно сначала прочитать запрос и не спешить на него отвечать. То есть как он будет сформулирован? Ну, и я вам посоветую, конечно же, если такая ситуация произойдет, то, конечно, обратиться к юристу. Ну, и как бы этот совет для всех СМИ, потому что нужно читать, что же вас просят, какую информацию и по какому поводу. То есть, если проводится проверка и нет уголовного дела, или есть уже уголовное дело. Тут можно придумать массу вариантов. Поэтому я предлагаю следующий вариант. Повести себя редакцией следующим образом. Просто прочитать запрос, позвонить юристу, который, я предполагаю, есть, но если нет, то обратиться к какому-нибудь юристу или к юристу, который, там, например, в Белорусской ассоциации журналистов, например, который может дать какую-то квалификацию тому, что же вам пришло, но не спешить раскрывать эту информацию. Ну и не врать, потому что можно получить ответственность как минимум от Мининформа, это как минимум. Меня зовут Ольга Родионова. Смотрите, в данный момент у меня лежит в работе материал, который касается белорусов, воевавших на войне в Украине. Я прекрасно понимаю, что ко мне возникнут вопросы, как мне обезопасить своих героев. Потому что вы прекрасно понимаете, что это госизмены, экстремизм и все вот это вот. По таким вопросам, ну вот именно по этой теме, очень тяжелый вопрос. Как обезопасить? Универсального средства нет, но единственное средство — это не приезжать на территорию Республики Беларусь, это раз. Не приезжать на территорию... Героям. Да. Героям. Или они уже здесь? Они там и здесь, они не могут, угу. Потому что они сразу присядут, вы это понимаете? Конечно, конечно. Я поэтому и говорю, что... Да, ну то есть если вас, так как вы общались с источником информации, и источник информации будет понятен, потому что там, я так понимаю, будут картинки как минимум, да? Просто без... Ну тогда вам вопрос могут задать, но отвечать на вопрос тоже не нужно торопиться, это раз. То есть если вы публикуете вопрос, что будет написано в вашей статье, я не знаю, я только предполагаю.
и как это будет отражено. Понимаете, о том, что я участвовала в военных действиях, тоже можно написать по-разному. То есть, как бы вот, то есть я стояла там сбоку, это не значит, что я принимала активное участие. То есть здесь вопрос, в какие действия я производила и так далее. То есть квалификация этих действий, как минимум. И что будет отражено в этой статье, это первое. То есть нужно подумать о том, как отразить все то, что, ну, скажем так, ваши герои делали, как вы это опишете с точки зрения законодательства Республики Беларусь. Ну, я могу только предположить, но и какие активные именно действия ими производились. Далее, если они не на территории Республики, вам могут задать вопрос, и я уверена, что вам его зададут, вопрос, как он будет задан, этот вопрос. Если вам позвонит дядя Степа по телефону, ну, вы ему скажите, в качестве кого вы меня зовете? Это раз. Что вы от меня хотите? Это два. Если я свидетель по какому-то делу, пожалуйста, скажите, по какому. Теперь внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь. И, наконец-то, свидетели по уголовному делу имеют право иметь адвокатов. Наконец-то. С полными правами. То есть вы можете взять себе адвоката и спокойно идти с адвокатом на любую встречу с правоохранительными органами. Я настоятельно советую не ходить одним и не встречаться. И даже не обсуждать погоду с людьми из правоохранительных органов по телефону. Потому что, я не боюсь этого сказать, это так, потому что у них должны быть полномочия для того, чтобы с вами разговаривать. А если они с вами о чем-то разговаривают, для этого должно вестись что? Протокол. Поэтому я хочу вам сказать следующее. Здесь универсального средства нет. Нужно внимательно прочитать, ну, как бы, внимательным быть в том, что вы напишете. И вопрос, как будет вам задан вопрос о раскрытии источников, он тоже важный. То есть процедурно проследить, как будет выглядеть этот запрос, по поводу чего и так далее. И кому он, кстати, будет адресован? Лично вам? И так далее. Здесь тоже немаловажный момент. Но так, чтобы себя обезопасить вообще, это будет очень тяжело сделать, потому что вы сами вам читали статью 39 закона о СМИ, и там четко сказано, что по запросу следственного органа вы обязаны, будет раскрыт источник информации, либо вас привлекут к ответственности, потому что вы будете препятствовать следственным органам. Поэтому как себя вести, нужно смотреть по ситуации. Но я бы подумала еще, как правильно выразить все это в статье. Потому что одну и ту же вещь можно высказать разными словами. Вы меня поняли, да? То есть я так понимаю, что сейчас в современном, в общем-то, мире очень важно редакциям иметь своего юриста, и особенно если вы работаете с анонимными источниками. Андрей задаст свой вопрос, и потом у Марии был также вопрос. Ну, опять же, может, сейчас спрошу глупость, но на самом деле, если я помечаю к тексту, который заведомо провокационен и заведомо может содержать некоторую информацию, что это текст, основанный на художественном воспроизведении, то есть это текст художественный, и написать это таким образом, чтобы человеку читающему было понятно, что это отписка в статье о том, чтобы те, кто его читал, не могли это квалифицировать, а думающие люди могли понять, о чем идет речь, например. Ну, очень условное разделение, надеюсь, вы меня поняли. Да. Вообще, это все, что вы напишете, это литературное произведение. Ну, чтобы вы понимали, независимо от того, как вы напишете. И охраняется, кстати, авторским правом. Но я к тому, что очень нужно внимательно следить за своими словами. То есть вы сами выбираете свой стиль, но вы понимаете, это всех своих студентов, которые на журфаке, и слушателей, которые приходят переподготовку, я всегда им говорю следующее. Вы несете ответственность полную, прежде всего вы, за то, что вы напишете. И вы будете нести ответственность, независимо от того, что вы будете... Ну, вопрос только, какую ответственность еще? Вот. Вы будете нести ответственность, и у вас, помимо прав, есть еще обязанности. Обязанности. Поэтому нужно следить за каждым своим словом, потому что вы за каждое слово отвечаете. Хотела спросить у Татьяны и у Марии. Вот меня волнует лично вот такой вопрос. Когда дело не касается каких-то правонарушений, а вот как история с ВИЧ-инфицированным.
или какой-то жизненной ситуации, вы сказали, что вам пришлось изменить его имя или там показать его, ну, как бы со спины и так далее. Пробовали ли вы, чтобы как бы себя обезопасить и свой материал, ну, сохранить, заключать договора с такими героями, например, то есть вы согласовываете тексты, заключаете договор, что герой, он согласен на такую интерпретацию своей истории в таком виде, в таком СМИ, и в этом случае вот как бы снимались бы всякие последующие вопросы. Еще один вопрос у меня. Ну хорошо, тогда... Тогда только один. Вы знаете, как правило, практика показывает, что это все на уровне таких устных договоренностей. Да? Вот вам нравится фото, да. Вы себя узнаете? Нет. Когда доходит до дела, почему-то не все нравится. Угу. Продолжение. Просто, понимаете, мы должны понимать, что наши герои, особенно герои имен, это обыкновенные люди. Люди, которые, возможно, в своей жизни никогда не общались с журналистами и общались вот с вашим журналистом в первый раз. И он мог согласиться со всем, что ему показали. И фотографии, и текст. Он его прочитал. Может быть, даже показал своим родственникам. Родственники тоже его одобрили. Но потом появляется материал. И потом герои, ну, условно говоря, узнают коллега по работе, и у него начинаются неприятности. И, конечно же, человек, как большинство, многие из нас, пытается переложить вот эту ответственность за это принятое решение о публикации материала на кого? На журналиста. Но я знаю, что, я не знаю, это в именах или это было на Тутбае, но я знаю, что цикл материалов о насилии, который делали Даша Царик и Александр Васюкович, они как раз-таки заключали такие вот предварительные договора со своими героями, которые должны были как бы там, ну, в которых оговаривалось, как это будет подано и что вот там, ну, как бы как к этому потом будут относиться. Но на самом деле это очень большой вопрос, потому что, мне не знаю, есть ли юридическая возможность застраховать себя. Но вот у меня, вот мы с Марией, наверное, не случайно рядом сидим, потому что тоже возник, вот я тоже думала о том, как защитить журналиста от героя, который зачастую приходит в редакцию, чтобы ему помогли, а потом, когда происходит что-то в его судьбе, мы тоже не можем его винить, просто ни он, ни мы не можем предусмотреть всех коллизий, которые могут возникнуть после появления этого текста. Я знаю, что бывают случаи, когда и снимают там так, чтобы не узнать человека, но по каким-то, и вуалируют им это в тексте, но по каким-то мелочам узнает, например, там супруг-насильник, да, и находит этого человека, который находится сейчас в убежище или там скрывается. То есть вот по идее, конечно, это вопрос очень, очень животрепещущий для нас, журналистов. Мария, есть ли юридические какие-то возможности? Вообще, по поводу соглашений, я понимаю, что это живые люди, это все прекрасно. Мне их очень жаль, какая бы тема ни была. Но, на мой взгляд, устные договоренности — это как минимум свидетельство о правовой бескультурии, скажем так. Потому что это несложно, и вы не найдете ни одной иностранной СМИ, которая бы публиковала любое интервью без такой бумаги. По той причине, для этого есть согласование, утверждение и так далее, что даже вплоть до того, что бывают такие случаи, вот в «Нью-Йорк Таймс», например, которая снимала, например, на территории Республики Беларусь, да, не понаслышке, когда опрашивали кого-нибудь, ну, то есть брали интервью кого-то из граждан Республики Беларусь, с ними заключали небольшое, но соглашение, или, по крайней мере, когда был уже, ну, то есть текст утвердили, текст печатали, и лицо, которое, в общем-то, было согласно, оно подписывало окончательный вариант, как подпись в печать, например. Я считаю, что это нормально, это может быть ну, вопрос согласия публикации, это уже далее вопрос, конечно, этики, то есть, скажем так, взаимоотношений этого человека там, и так далее и тому подобное, и его проблем, но с точки зрения юридической, я считаю, что должно происходить согласование, и нужно подтверждать документально, конечно же, согласие лица на публикацию, чтобы избежать всех этих дальнейших вопросов и проблем. Сказать, что есть один образец, я не могу, но если СМИ работает, то это нормальное и зрелое решение заключать такие соглашения, так же, как фотограф заключает релиз с моделью. Это практически одно и то же.
не вижу здесь особенной проблемы, о чем спорить. Да, можно пойти навстречу лицу, можно, в общем-то, говорить об этом долго. Это каждая частная ситуация. Но нужно выработать одну практику для СМИ, которая будет четко говорить о том и научит, в общем-то, журналиста, что если он публикует, то понятно, если у него нет согласия, то он будет отвечать. Ну, он и так будет отвечать. Но, по крайней мере, мы будем подтверждать, что я был согласен именно с тем, что опубликовано. Вот. Ну, понятно, что в цифровой сфере невозможно там бесконечно печатать эти статьи, это можно завалиться этими бумагами и так далее. Но, по крайней мере, если у вас есть какая-то электронная переписка, ну, с натяжкой этого будет достаточно, потому что у нас законодательство об электронных документах тоже несовершенно. Но это отдельная история. Но по факту, по крайней мере, вам нужно подтвердить согласие. Я считаю, что это нормально, иметь какую-то форму. Есть даже СМИ, которые имеют... Вот, не знаю, кто-нибудь работал с иностранными такими большими изданиями типа «Тайма» или «Нью-Йорк Таймса», у них электронная система вообще есть. То есть ты когда публикуешь что-нибудь или загружаешь фотографии, ты заходишь в определенную систему, там ты загружаешь эти фотографии, фоторедактор, например, их видит, или там редактор, и как бы дальше уже все это работает. Так вот в этой форме, в общем-то, электронной, ты ставишь свою подпись, то есть цифровая подпись там у них, ну, по-своему регулируется. Но в этой части на тебя полагаются, ты ставишь галочку, что да, люди, которые используют, ну, вот, например, в фотографиях или в материале, они дали согласие на публикацию. Ну, то есть ты несешь ответственность. Либо ты должен подтвердить каким-то документом. А по поводу предыдущей истории хотел просто уточнить. То есть правильно ли я понимаю, что если меня вызовут свидетелем по делу Пети Пупкина, покажут мне уголовное дело на Петю Пупкина, то у меня нет никакой возможности не свидетельствовать против него. Не совсем так. Ну, интересно. Вопрос в том, как вам будут задаваться вопросы. Понимаете? Ну, то есть вас вызовут в качестве кого? Окей, как вас вызовут? В качестве кого? И какие вопросы вам будут задавать? Сказать, что вы однозначно должны будете ответить на все вопросы? Ну, нет, конечно. Ну, понятно. В этом случае, ну, идти стоит уже с адвокатом. Да. Ну, дальше я хотел еще уточнить. Значит, если все-таки меня принудили свидетельствовать против этого Пети Пупкина, то должен ли я говорить только то, что описано в материале, или же я должен рассказывать все, что я видел собственными глазами про этого Петю? Вопрос, опять же, точно так же отвечу. Вопрос в том, будет ли... По какому поводу вы встретитесь со следственными органами? Будет ли это иметь отношение? И что вы знаете? То есть вас будут как бы вы будете встречаться по поводу статьи или по поводу того, что вы знаете? Потому что это разные вещи все-таки. Если предположить по поводу того, что я знаю. Ну, тогда вы можете отказаться от дачи показаний. Вообще. Ну, вопрос в том, что... Сложно сказать однозначно, потому что каждая конкретная ситуация и вопрос, как будет задавать следственный орган вопросы. То есть того, что вы знаете, если вы знаете о преступлении, как бы у вас есть обязанность, но у вас также есть и права процессуальные, которые прямо предусмотрены в Уголовно-процессуальном кодексе, как у свидетеля. Поэтому здесь важен статус. Статус кого? У вас будет. Ну, если это будет статус свидетеля. Статус свидетеля, то у вас есть право, в общем-то, первое, не свидетельствовать против самого себя. Это первое. Вопрос в том, что если это длящееся преступление, и вы о нем знали и не сообщили, то это, ну, как минимум, я только предполагаю, я сейчас не говорю о стопроцентной уверенности, но это как минимум преступление. Значит, я уже могу против себя не свидетельствовать. Потому что я считаю, что меня могут подозревать, ну, и, по крайней мере, обвинить в совершении какого-то преступления.
То есть здесь каждый конкретный случай. Вот я отвечу тебе так. Каждый конкретный случай нужно рассматривать отдельно. Но в качестве свидетеля тебе могут задаваться вопросы, относящиеся к уголовному делу. Это может быть по поводу всей информации, которая тебе известна. Вопрос, будешь ли ты отвечать или нет. Я считаю, что нужно обсудить как минимум со своим адвокатом, а как максимум подумать уже на месте. То есть имеет это отношение и какие будут правовые последствия для тебя, если ты ответишь на эти вопросы. Вот. Ну и для лица, который в общем-то, участвовал в интервью или там участником был тех действий, которых ты знаешь. Угу. Вот. Примерно как-то так. Еще одно последнее уточнение. Вот если представить эту ситуацию гипотетическую, надеюсь, что меня вызвали свидетельствовать против героя Пети, да, про которого уже известно, и на него есть уголовное дело. Должен ли я в таком случае свидетельствовать еще и по поводу других лиц, которые тоже, в общем-то, по белорусскому закону совершили преступление? Если ты о них ничего не знаешь, то зачем тебе свидетельствовать? Ну, я знаю, но... То есть, если меня... А если тебе вопрос не задают, то зачем о нем говорить? Ну, если мне этот вопрос зададут. Здесь нужно принимать решение, будет ли это, кстати, касаться твоих собственных прав или не будет. То есть как бы задевать твои, скажем так, интересы. В отношении других лиц, если тебе известно о совершении преступления какого-то лица, и тебе задали об этом вопрос, ты можешь ответить, а можешь нет. Это на твое усмотрение. Никто не исключает ваше право отказаться от дачи показаний. Одно дело, когда мы даем показания в качестве свидетеля, это одно, это один статус. А совсем другое дело, когда в СМИ приходит запрос о том, чтобы раскрыть источник информации. Это совершенно другое. Давайте не будем путать одно с другим. То есть в качестве свидетеля тебе задают вопрос, у тебя есть процессуальное право. Ты можешь не свидетельствовать. Это твое право. Потом у тебя может наступить последствия определенные. Понятно. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Таня Ткачева, я фотограф, и вот я, насколько я поняла, меня интересует вопрос о вот этих бумагах, которые я должна брать у своих героев. То есть правильно ли я понимаю, что я должна у всех, кого я снимаю, а я снимаю каждый день, например, и если я снимаю какой-то стрит, и человек видит, что я снимаю, и позирует мне. Ну вот мы опять к вопросу фотографии. Ну почему же? Просто год назад у нас был мастер-класс с голландским фотографом Робом Хорнстрой, и он снял серию, которая победила на World Press Photo, «Сочи Сингерс». И он, я спросил, он снимал людей в КБКах в Сочи с большой вспышкой на средний формат, на пленку. И когда я задала ему этот вопрос, брал ли он какие-то бумаги, он сказал нет. Потому что это общественное место. Общественное место, и как вы будете доказывать, что если человеку не понравится? Вдруг он как бы позировал, а потом ему не понравится. Он сказал, что на фотографии видно, что я стою. Как бы на протяжении руки они позируют, и меня ни к чему не привлекут. Но это Голландия. Но я вам скажу так. Он абсолютно прав, и в Республике Беларусь это будет работать, в случае, если вы находитесь в общественном месте. Ну, я не буду сейчас касаться, что такое общественное место, но я вам скажу так. Я имела в виду бумаги, поясню. Значит, когда мы делаем адресно какой-то материал, например, вот как с ВИЧ-положительным лицом, который непосредственно дает интервью, и у вас заказная съемка, вы приходите фотографировать этого человека там, ну, в каких-то бытовых условиях, на улице он идет, там, ну, и чтобы лица, например, не было видно. Я имею в виду это, когда мы берем согласие именно на такие съемки. А если это общественное место, то здесь, в общем-то, ну, почти все понятно, давайте так отвечу. Почти все понятно в Республике Беларусь, то в общественном месте тебя фотографируют, а если люди и видно, что позируют, то вообще вопросов никаких нет. Я поняла. Вот. Спасибо большое. Пожалуйста. У меня появился вот вопрос как раз. А какое наказание вообще есть за то, что человек раскрывает свой источник, а не должен был? Есть такое? Существует вообще? Это вопрос к этике, я бы так сказала.
Наказание мы пальчиком, да? А какое наказание за то, что журналист придумал героя и историю с точки зрения законодательства? Или говорит о том, что он это придумал? И когда герой сам об этом говорит, например. Я ему не говорил, он за меня выдумал. То есть если такая стратегия принимается, когда герой говорит, что они оба выдумали эту историю, выдумал журналист и выдумал герой. Интересно. Есть ли здесь журналистика, вопрос? Да, Мария? Будет ли это журналистика? Да. Ну, когда я вопрос задавал, я это имел в виду, что если я указываю, допустим, куча смайлов ставлю и говорю, я это все выдумал, хихихаха, если вы верите, можете считать. То есть... Вопрос в том, что как вы подаете. То есть если это, извините, если это будет на каком-то новостном сайте, условно возьмем Тутбай в разделе новости, и будет написано, что, хотя это на их усмотрение, давайте так. То есть с этической точки зрения здесь вопрос тоже, правильно ли это будет подаваться как новость. И с другой стороны, вопрос еще в том, как будет подаваться этот материал, какие он будет даваться ссылки, и будет ли там о том, что автор сам несет ответственность. Но по факту любое произведение, то есть я туда вношу частичку себя. Возвращаясь к авторскому праву. То есть это все равно литературное произведение, как ни крути. То есть вопрос только в творчестве, которое вы туда внесли. Мы немного отклонились от темы нашего медиатока, все-таки если вернуться к анонимности источника информации. Марина что-то хотела добавить, нет? Мне показалось. Просто вот к вопросу о том, что если мы пишем хихикака, там я все придумала, это тут вопрос о разделении действительно факта и мнения, да. То есть это тоже краеугольный камень журналистики. Если мы пишем это в колонке комментатора, то это его мнение. Если мы пишем это там, где у нас публикуются новости, то это должны быть факты. И мы не можем здесь говорить, что мы все это придумали. И на самом деле я говорю о репутационном большом риске для такой журналистики. То есть если герой говорит, я ничего ему не говорил, он придумал, журналист говорит, мне никто ничего не рассказывал. Тогда где факты, где журналистика? Но вы же понимаете, что эта история, которую я писал, она должна восприниматься не на уровне концепции, а на уровне взаимодействия в экстренных ситуациях, которые может быть, например... Право сказать, у вас такое есть. То есть сказать вы можете так, пожалуйста. То есть вам никто это запретить не может. И последствия... Вопрос точно такой же заинтересованности того, кто интересуется, правда это или нет. Как-то так. Вот у представителя, скажем так, адвокатской конторы, да? Да. Представьтесь еще раз. Имя, ваша фамилия, появился вопрос. Хорошо, еще раз представлюсь. Меня зовут Елена Лысакова, я помощник адвоката Зекратского. Так как нам часто приходится работать со СМИ, я немножко в эти вопросы посвящена. К вопросу, который только что звучал, о том, что можно ли написать, что это все выдумано, и какие последствия могут наступить. Во-первых, в зависимости от того, что за информация, если, например, она потенциально там порочит чью-то честь, достоинство, деловую репутацию, да? У нас суды, судебная практика складывается так, что статья оценивается не целиком, а берутся конкретные фразы. И когда какой-то истец подает на СМИ, мы тоже просим указывать конкретные фразы. То есть вполне вероятно, что суд при оценке, и эксперт какой-нибудь при оценке всего материала будет брать эти конкретные цитаты. И если вы написали вначале, что я это все придумал, а в середине есть какой-то факт, то будет оцениваться этот факт, и суд будет давать ему оценку, и вероятнее всего... я так оцениваю, конечно. Решение может быть против этого СМИ и против журналиста. И еще вопрос о последствиях. Если там тоже какой-то факт, и кто-то посчитает его недостоверным. Также могут обратиться в Министерство информации, которое тоже может вынести предупреждение в части того, если оно обратится к редакции с просьбой подтвердить эту информацию. У вас не будет никаких подтверждающих документов, и это уже основание для внесения предупреждения. Кстати, можно я тут небольшую ремарку? По поводу судов здесь очень важный момент есть. Один немаловажный. Если, что касается фактов и так далее, да, это все так, но еще немаловажно,
как будет сформулировано исковое заявление. В связи с тем, что одну и ту же фразу можно подать по-разному, и с правовой точки зрения оценить по-разному. Поэтому суд может дать правовую оценку одну, и с точки зрения закона это может квалифицироваться совершенно по-разному. Поэтому здесь вопрос ответственности, да. Правильное замечание, гражданско-правовая ответственность есть у журналиста, и поэтому я всегда говорю о том, что у вас есть ответственность за то, что вы пишете, и даже за факты. Но я так понимаю, что журналистов больше беспокоит не гражданско-правовая ответственность, а скорее уголовная, административная, потому что по гражданско-правовой ответственности к нам с вами придут и спросят, что же нам делать, и мы все встретимся дружно в суде. Вот. И придет эксперт, который будет оценивать эти фразы и так далее и тому подобное. Поэтому да. Но что касается такой ответственности, если я сказал, что это шутка, хорошее замечание на тему Министерства информации, кстати. Потому что большинство СМИ не понимает, что любое встречное поперечное лицо может написать электронное обращение в Министерство информации. Кстати, я пользуюсь этим постоянно. Вот. Меня очень обижают нарушения авторских прав фотографов во всех СМИ. Ко мне очень много фотографов обращается, я просто принципиально даже. Они не хотят, они считают, что они ничего не нарушают и скачали с какого-то сайта. До сих пор редактора так считают. Я принципиально пишу обращение в Мининформ на электронном обращении. Вот это вот принципиальная позиция. И всем советую, кстати, тоже так делать. Вот. Вопрос такой. Можно ли сказать наверняка, что текст содержит состав преступления или нужна экспертиза? Так, а кто должен сказать? Подождите, вопрос. Например, есть текст вообще да. В целом. На основе того, что органы могут подозревать здесь состав преступления, может ли быть заведено уголовное дело исключительно по тексту? Если преступление решает суд, и он привлекает к ответственности. А следственные органы могут завести дело уголовное по факту, по поводу, по заявлению, ну, в общем, по разным поводам. Значит, также сообщение в СМИ, как я говорила, является поводом для возбуждения дела. Но это не значит, что вас обязательно привлекут к ответственности. Или лицо, которое вы опрашивали, обязательно привлекут к ответственности. То есть они как бы ведут следствие. В результате может это все дойти до суда. Еще должно пройти через прокуратуру, которая предъявляет. В общем-то, будет поддерживать обвинение в суде. То есть вопрос, будет ли уголовное дело вообще, и будете ли вы привлечены к ответственности, большой вопрос. В связи с этим важная ремарка. Адвоката нужно иметь с самого начала. Вот. А то можно на первом прекрасном допросе наговорить очень много ненужных вещей, которые потом мы не знаем, что с этим делать. Признаться во всем, и что ты убил Лору Палмер или еще что-нибудь в этом роде, и приходил и посягал на, не знаю, на государственный строй Республики Беларусь. Даже такое бывает, чтобы вы понимали. И на первом допросе. Вот. Есть ли вопросы у нас? Представьтесь. Алексей Шунтов, «Народная воля». Вы говорили вначале, что надо сохранять записи в любом случае, будь то на бумаге, но я имею в виду в онлайн-формате, будь то диктофонная запись. Вопрос следующий. Является ли, например, запись на диктофоне доказательством в суде? Потому что когда мы говорим, ну, с точки зрения этики, допустим, ну, это мое субъективное мнение, что когда ты общаешься с человеком, договариваешься на интервью, и когда у тебя в руках диктофон, и ты предупреждаешь человека о том, что ты его включил, и диктофон включен, человек говорит на запись, он понимает, что он общается с журналистом в любом случае. Помимо, может быть, исключений, как героев имен, тут, конечно, есть специфика, я понимаю. Но по долгу службы приходится часто общаться с представителями госструктур. И один из таких моментов интересных был, он ничем не закончился, к счастью, вот. Но я общался с пресс-службой, пресс-секретарем Мингорисполкома. Она отнекивалась 5 минут, мы где-то 5-7 минут с ней общались, она отнекивалась, в конце концов говорила, что никаких заявлений, все это в стадии проекта. Когда я словил на одном факте, который был за пару дней до этого произнесен замом, ну, заместителем председателя Мингорисполкома, она сказала: «Ой, вы знаете, все, что я сказал вам эти 5 минут, все не для прессы».
Ну, понятно, что это было опубликовано. Вопрос в том, конечно, с пресс-секретарем Мингорисполкома договор о публикации заключать никто не будет. Это нереально. Является ли запись в таком случае телефонного разговора доказательством в суде? Вопрос, во-первых, первый вопрос у меня. Какой суд? Гражданско-правовой или уголовный? Потому что это разные доказательства. Mm-hmm. Это первое. Доказательства, у них есть определенные признаки, то есть достоверности, достаточности, допустимости в том числе. Допустимости этого доказательства. Так вот вопрос допустимости вообще как таковой аудиозаписи без согласия. Отвечу так на ваш вопрос. Будет ли это доказательством? Не могу однозначно сказать, что нет. Если это тайная запись, это одно, ну, как бы, с точки зрения закона, запись должна быть открыта. То есть вы должны предупредить о том, что вы ведете аудиозапись. Это ваша обязанность. Но практика исходит из того, что суды принимают такие записи. Даже бывают случаи, когда просто записывают в кармане там, работодателей и так далее. Суды все равно принимают как доказательство. Могут спросить лицо, которое там, например, участвовало. Ну, не могу сказать, что это однозначно не будет доказательством. Попробовать его предъявить в качестве доказательства можно. Вопрос оценки – это оценка у суда. Вот примерно как-то так. В любом случае, как я понимаю, это единственный реальный вариант хотя бы как-то гипотетически себя защитить. Гипотетически, да. Я записываю большинство своих разговоров. Честно. А потом удаляю вечерами. Ну или детей натравливаю, чтобы они удаляли. Но просто к тому, что я слышу массу вещей, угроз и так далее в жизни своей. Поэтому это нормально записывать. Просто я чаще всего, что если я обращаюсь к какому-то государственному органу, я говорю, что извините, уважаемый, к вам вот обращается адвокат, я веду аудиозапись, я вас предупреждаю нашего разговора, и вот к вам следующий вопрос. Все. Ну вот как-то так. Есть ли еще вопросы, которые имеют прямое отношение к теме нашего медиатока, защиты источника информации? Немножко Алексею конечно. Еще отвечу. На самом деле, когда, если я сижу с диктофоном перед человеком, это еще не означает, что я журналист, и что все, что я запишу, будет опубликовано. То есть, в принципе, этические нормы предписывают нам представляться, говорить, как нас зовут и какое издание мы представляем. Ну, потому что вовсе не обязательно. Даже, а если мы звоним по телефону и говорим, я такой-то, такой-то, из такой-то, такой-то газеты, то это вовсе не обязательно, что человек, который разговаривает с нами по телефону, воспримет, что мы ведем аудиозапись. Вот. То есть мы должны предупреждать о ведении аудиозаписи, вот как только что нам продемонстрирована Мария, что если она звонит, она говорит, что я адвокат, и я веду аудиозапись нашего разговора. То есть об этом этические нормы предписывают. Понятно, что в наших полевых условиях иногда это делать очень сложно, да? Либо ты остаешься без информации, либо ты остаешься этичным. Но наша этическая дилемма такая. Хотелось бы, да, чтобы оно так происходило всегда. Кстати, по телефону невозможно установить, что это то лицо или нет. А, личное? Ну, как бы да. Но даже если вот, кстати, по поводу телефонной связи, здесь вопрос, кстати, который последующие обычно задают студенты юрфака мне всегда. Если мне я сказала, что да, ведется аудиозапись, он мне все ответил, как бы я это в качестве доказательства использую, тут он приходит и говорит, здрасте, это не я. Ну, то есть единственный способ защиты — сказать, что это не я. Чтобы вы понимали, в этом случае, ну, если уж я считаю, что это он, то у меня единственный способ — это что? Экспертиза. Вот. Но это, как вы понимаете, достаточно затратно. Вопрос заинтересованности в то же время. Поэтому аудиозапись может использоваться, оценку дает суд. Вот. Есть ли вопросы? Возьмите микрофон. Спасибо. Виктор Дулевич, Новинокаменещина, редактор. Андрей, по поводу криптографии, защиты данных, и, наверное, это будет всем интересно, забудьте про шифрование в мессенджере Telegram. Когда вы говорите по Телеграму, даже если было бы специальное устройство Телеграма, а у вас в кармане бы просто лежал бы мобильный телефон, то есть вот аудио,
это абсолютно нет защиты. В Телеграме только текстовые сообщения. Такая небольшая ремарка. Кстати, я Телеграмом не пользуюсь, я пользуюсь Сигналом. У меня есть вопрос к Татьяне из проекта «Имена». Татьяна, расскажите, вот может быть несколько хотя бы случаев, потому что не очень много вы рассказали каких-то ваших именно кейсов. Может быть, какие у вас были случаи конкретные, кроме того, которые вы рассказали, когда и как вы поступали, вот именно когда приходилось защищать анонимность источникам, что бывают, конечно, еще и ситуации, когда информация была передана конфиденциально, но она и не была опубликована, но в то же время на нее уже кто-то претендует до публикации. Вы знаете, таких вот случаев не припомню, да, чтобы люди так защищали прям. Как правило, мы стоим перед выбором, да, либо мы не публикуем материал полностью анонимный, да, от анонимного источника. Если мы не можем сделать какой-то визуальный ряд, то мы просто отказываемся от материала. Это, мне кажется, это более честно, чем каким-то образом подставлять героя. Либо ищем другого героя, который нам расскажет о той же проблеме и согласится на съемку. Таких случаев у нас уже очень много было. То, что мы просто, ну, скажем, складываем материалы в полку, если мы не можем сделать героя условно анонимным и доказать, что он действительно существует. То есть в представлении анонимности героя в вашем случае, в вашем проекте имеет большое значение именно визуальный ряд? Да, да. Вы меня совершенно правильно поняли. Если мы не показываем этого человека хоть как-то, то мы не показываем его вообще. Такая практика. Не знаю, насколько коллеги со мной согласятся, насколько это правильно или нет. Ну, повторюсь, у нас нет, практически нет каких-то криминальных тем. Мы занимаемся социальной журналистикой. Может быть, кто-то хочет высказаться на эту тему. Ну, может быть, вот, кстати, благодаря тому, что есть визуальность в ваших материалах, оно и не выглядит как нечто вымышленное. Может быть, здесь есть как раз и связь с тем, что человек отталкивается, пускай и от фотографии со спины там, или в полутьме, да, как женщины в проекте с насилием домашним. Но мы видим, что это что-то конкретное, это кто-то конкретный, это конкретная ситуация. И мне кажется, этим ваш кейс как раз и отличался отчасти, может быть, от других. Ну, это наш вариант решения проблемы анонимности, да, как показать героя, как сделать его правдивым и его историю тоже сделать правдивой и искренней. Если есть другие варианты, я буду рада их услышать. Ну, на самом деле, мне кажется, что это правильное решение, потому что это есть еще вопрос достоверности и доверия к СМИ. Да? То есть если читатели не видят каких-то доказательств существования этого героя, этой истории, то просто они не верят. Да? Ну, они считают, что мы придумываем эти истории. Поэтому на самом деле, когда мы говорим об анонимности, то все равно должны быть какие-то условные значки, обозначения, там, флажки, которые показывают какую-то все-таки степень, если это эксперт, то осведомленности этого человека, да? То есть и так далее. Есть несколько таких вот степеней анонимности, которые используются даже в новостях. А здесь, конечно, когда касается человеческих историй, вот я тут коллег полностью поддерживаю. Либо мы тогда, ну, потому что мы выбираем между анонимностью полной героя или между доверием к СМИ и к нашему, в частности, СМИ. Я бы поступила так же. То есть сейчас, в общем-то, недостаточно, я так понимаю, просто использовать, например, какие-то значки, да, там, человечек, какую-то инфографику. У нас был только один материал, в котором мы использовали инфографику. Это как раз касается нарушения. Ну, не, я бы сказала, нарушение — это в кавычках, когда люди обходят закон. Это единственный, наверное, наш материал, когда мы заменили фото, заменили рисунками, инфографикой. А были ли у вас вообще случаи какого-то столкновения с органами правосудия? Ну, вы наверняка знаете историю про очень худых деток в интернете, но мы не сталкивались с органами. Они сами начали проверку после публикации. И, честно говоря, потом нашему редактору, даже работники прокуратуры высказывали большую благодарность за этот материал. Но там как таковой анонимности, в общем-то, и не было именно в этом материале. Были на нас очень много в соцсетях было претензий по поводу этих фотографий. Зачем вы это показали людям? Но здесь тоже была такая большая моральная дилемма, да? Либо мы показываем проблему, либо мы ее скрываем, да? Вопрос еще, да, есть?
Я тоже считаю, что лучше показать одного героя или какую-то очень говорящую фотографию разместить, чем много фотографий, которые, в принципе, ну, ни о чем не говорят. Да. Ну, у меня был такой еще вопрос тоже. Я сама журналистка, Мария Савушкина меня зовут. Сталкивалась с такой, ну, как бы, ситуацией. Вот хотела спросить у коллег, адвокатов, возможно, вы посоветуете что-нибудь. Когда платите ли вы своим героям, вопрос, и, например, были ли случаи, когда герои просили какое-то финансовое вознаграждение за свои истории, и, ну, этично ли это, стоит ли это, ну, как бы... На самом деле, да, были такие случаи, когда ищешь героев по каким-то сложным темам, связаны там с насилием и так далее. Когда люди действительно предлагают за свою историю, предлагают заплатить. Мы в редакции для себя решили, что таким людям вообще верить нельзя. Их история не будет искренней ни в одном месте. И лучше с ними не работать. Лучше искать героев, которые расскажут это бесплатно. Да. Вот, кстати, это несправедливо как-то, по-моему. А почему? Я обладаю информацией. Я почему не могу ее продать? Такой же товар. Кто? Да. Да, платил. Платил. Так что имейте в виду. Тогда и, да, и можно тогда и просить любую бумажку. Ну не, на самом деле, это как бы в основном касается известных личностей, им часто предлагают. Ну, я думаю, что здесь как раз есть риск в том, чтобы делать на этом бизнес. Просто один и тот же человек тогда анонимно может всплывать в совершенно разных историях. Я думаю, именно поэтому проект «Имена», в общем-то, решил оградить себя от подобных персонажей. И я предлагаю задать последние вопросы, если они появились или есть у нас в зале. Если нет, ну тогда мы подведем, в общем-то, наверное, некоторые резюме. Это то, что... Мы, как журналисты, должны получше изучать наше законодательство. Редакциям, конечно, нужно иметь доступ к профессиональным юристам, адвокатам. И мы должны нести полную ответственность за то, что мы делаем. И, конечно, учитывать все вопросы этики, которые возникают при работе с источником информации. Храните диктофонные записи, домофонные и все остальные тоже. Большое спасибо нашим спикерам за то, что они в разобранном отчасти, в собранном состоянии все-таки пришли этим вечером. И такую важную тему мы сегодня обсудили. Я надеюсь, это было для вас полезным. Спасибо.